Следуя тенденциям времени, практически все печатные издания открывают свои электронные аналоги. Проекты же изначально сетевые довольно редко приобретают материальную форму, но исключения все-таки встречаются. В здании музея Первого совета состоялась презентация первого печатного номера научного журнала «Лабиринт», ранее доступного только интернет-пользователям. По словам редактора, издание «Лабиринт» уже присутствует в каталогах крупнейших университетов Европы, а также представлен в Центральной и Восточноевропейской онлайн-библиотеках. А вот в Ивановской области известен мало. В этом году создатели журнала планируют выпустить два печатных номера. В электронном виде издание будет выходить с прежней периодичностью – один раз в два месяца. Так как печатная версия делается с помощью музея имени Бюрлина, то он связан с мероприятиями, которые проходят в самом музее, и большей частью связаны с городом. То есть это вот в прошлом году был круглый стол, посвященный проекту «Красное кольцо», и в этом году будет связан с мероприятиями по конференции, семинару «Проект Манчестер», который пройдет в музее в мае этого года.